Привет всем! Сейчас я расскажу, что находится на нашей точке. Здесь у нас в основном винтажное время, все предметы периода винтажного. Начнем с... Здесь у нас и хрусталь, и стекло, и фарфор, и разные металлы. Например, ваза. Например, ваза Баралак, это Чехословакия, Богемия, примерно 30-х годов, сделана из стекла, с красивой такой фактурой черешни. Стоимостью называть? Да. Да, по стоимости ваза 12 тысяч рублей. Здесь и молочник представлен. Рассказываешь это... прелести предмета и цену. Это Чехословакия, очень красивая ручная резка, по стоимости 1700. Все предметы без изъянов, без дефектов и так далее. Хорошенький набор, европейский, из металла, с серебрением, как молочник, и сахарница пара, 1800 рублей. Наверняка знакомая всем паштетница, она же и корница, это Индия, латунь с родной лопаткой, что очень здорово и не часто встречается. Стоимость 1900 рублей. Ну, здесь у нас представлены предметы Чехословакии, это Богемия, Эйгерман, мануфактура, очень красивый цвет, бургунди. Если мы посмотрим поближе, то можем увидеть ручную работу мастера. Она очень мелкая, очень точная. Кропотливая работа мастера. У нас представлены ваза и два подсвечника в комплекте по стоимости 10 тысяч рублей. Плюс пепельница, но пепельница имеет небольшой дефект, поэтому стоимость снижена 1500 рублей за пепельницу. Но из мельчайших предметов это можно встретить вот такую таблетницу. Это уже мельхиор, скань. Очень удобная вещичка для женской сумочки. Всего лишь 750 рублей по стоимости. Далее у нас немножко Германии. Здесь представлена ваза Blay Crystal, что означает свинцовый хрусталь, мануфактуры Лаузицер, Германия. Очень красивый розовый цвет, накладной хрусталь. Это какой период? Период примерно 70-е годы. Здесь еще есть прекраснейший набор для мороженого под названием «София». У него есть еще сестра. Считается, что именитыми коллекционерами, они говорят, что через одну ручку мороженое никак не потает. Поэтому вот именно набор создали для мороженого. Это у нас уже высококачественное стекло с матированием. Здесь у нас наборчик из большой чаши и шести маленьких розеточек. Полный набор в идеальной сохранности 4500 рублей. Еще могу рассказать о замечательной вазе. Доставать ее не будем, потому что она около 5 килограмм весит. Ваза выглядит по форме подковы. К сожалению, производителя так и не удалось уточнить, найти. Но это видно, что высококачественный хрусталь, очень толстостенный. Ваза массивная. Здесь и прессованный хрусталь, и ручная работа. Очень такая тонкая и кропотливая. Стоимость этой вазы 15 тысяч рублей. Перейдем дальше еще немножко к Германии. Представлю вам, представлены у нас бокалы из цветного накладного хрусталя в кобальтовом цвете. Бокалы отличные, красивые, по стоимости 2800 рублей за штуку. Еще немного хрусталя Германии. Здесь у нас несколько вазочек на ножках улитках. Каждой вазы по три ножки улитки. Также высококачественный хрусталь с алмазной резкой. Вазы красивые, разные по формам, разные по резке. Одна ваза 2200, другая ваза уже с красивым цветочком. Посмотрите, какая красивая работа. С родной этикеточкой. Переворачиваю, покажу этикеточку. Также Blay Crystal, свинцовый хрусталь. Отличная вазочка, всего лишь 1500 рублей. Ну и зафиналит серию немецкого хрусталя наша вот такая вот большая бисквитница. Шикарная просто вещь, тоже массивная, тоже красивая. Даже тут этикетка присутствует, но вот она вот в таком варианте. Это также Лаузицер, мануфактура Германии. Также красивый свинцовый хрусталь с ручной резкой по стоимости 5500 рублей. Ну, здесь же также на этажерке представлен канделябр на три свечи. Это у нас уже Индия, тоже винтажного времени, по стоимости 4000 рублей. Европейская сахарница с откидной крышкой. Крышка запатентована, есть специализированный клейма. Вот так вот это выглядит. Та-дам! Очень красивая вещь, тоже по цвету. Цвет кобальта, а кому иногда фиолетовый кажется, видимо, от освещения, зависит от освещения. Еще немножко стеклянных шкатулочек латунных.
основаниях. Вот такая вот прелесть в виде домика. Можно использовать для украшений. По стоимости 1200. И еще вот такая вот есть интересная шкатулка на ножках с зеркальным низом и горячей эмалью по стоимости 1600. Следующая полка, здесь у нас представлен уже весь югославский хрусталь. Весь хрусталь без изъянов и дефектов. Представлена у нас серия флора. Здесь и бомбоньерка на трех ножках, и кувшины. Все три абсолютно разные. По центру кувшин немного отличается по дизайну от самой флоры, потому что в центре у него дизайн не цветок в матовом овале, а уже русский камень. Кроме кувшинов и бомбонерок, также югославские бокалы для вина представлены, 6 штук с родной этикеткой. Если мы поговорим о стоимости, тогда бокалы по стоимости 6000 рублей, маленькая конфетница на трех ножках 450 рублей, бомбонерка. Кто-то ее использует также под сахарницу, как бисквитница, она по стоимости 3500 рублей, и любой кувшин по стоимости 5500. Из этой линейки есть еще абсолютно разные предметы, также есть и лодки, и большие фруктомницы, и конфетницы, и также вазы для цветов, вот, но их вот сейчас нет в наличии. Здесь также представлен у нас югославский хрусталь, он высококачественный, очень красивый, с алмазной резкой, у нас представлена большая корзина фруктовница, 31 сантиметр высотой, она нереально тяжелая, 4,5 килограмма по весу, там хрусталь толщиной в 2 сантиметра, по стоимости она 6000 рублей, дальше представлена лодка, по дизайну она схожа с корзиной, лодка по стоимости 3000 рублей, ну и такая ягодка на нашем торте, это огроменная ладья, таких еще я, например, не встречала, и даже в интернете такие не представлены, это тоже Югославия, она в роскошном состоянии, длина ее 45 сантиметров, стоимость 9000 рублей. И югославскую серию заканчивает у нас рюмочки, они подходят к предыдущим бокалам, это уже серия Барбара, также рюмки из хрусталя с ручной алмазной резкой на фигурных ножках. На многих предметах присутствуют родные этикеточки. На полках из металла у нас еще есть рюмки. Коллекция 6 штучек рюмочек из серебра. Это уже кубачинское серебро 875 пробы. И одна рюмочка здесь у нас просто осталась в наличии. Тоже кубачинское серебро, но она отличается по дизайну. По стоимости все серебро, находящееся в моем магазине, сейчас на сегодняшний день 100 рублей за грамм. И от веса будет зависеть, конечно, стоимость. Ну, сколько рюмочка одна стоит? Рюмочка одна по весу, они всегда разные по весу. Ну, в среднем 35-43 грамма. Соответственно, от 3500 да, до 4500 рублей. Ты хочешь достать? Да, еще вам хочу продемонстрировать огромный красивейший поднос. Это уже Европа, серебрение с перфорированными бортиками, с фигурным верхом. По центру у нас тут красивая штифельная гравировка в растительных цветочных орнаментах. Здесь у нас представлено клеймо. Клеймо у нас Роджерс. Вот здесь оно находится. Чуть выше ценника. Так, надеюсь, вы увидели. Стоимость также представлена перед вами. 7500 рублей за вот такой вот шикарный поднос. Длина подноса тоже около 45 сантиметров. Вот такие вещи редко встречаются в таком состоянии. Чаще бывает что-то где-то с нюансами погнутое и так далее. Так, ну давайте покажу еще набор раки. Здесь из интересного это шикарнейший набор для раков. У нас представлена большая чаша из хрусталя. Она стоит на трех подставках в виде раков. Раки у нас также с серебрением. И большие литровые кружки. Объем 1 литр. Здесь также хрусталь. Но раки здесь уже прилипные. В общем, миска для раков вареных. И для пива. И для пива, да. Можно еще для креветок также использовать. Набор в шикарном состоянии. Таких наличий даже 2. По стоимости весь набор, полный комплект 18000 рублей. С завода они всегда так и шли. Когда одна чаша и две кружки. Всего лишь две. Перейдем, наверное, к столам.
продолжим наш экскурс по предметам винтажного времени. Первое, что хочу вам продемонстрировать, это шикарная супница с овальной тарелочкой. И плюс есть еще дополнительно три подтарельника от этого набора. Это уже 40-е годы завода «Пролетарий». Наверное, покажу клеймо, да, стоит показать клеймо. Как вы видите, здесь на зеленом крытье ручная роспись в кружочках, причем каждый рисунок, он отличается друг от друга. С фигурными краями, позолотой, конечно, со временем немножко обветшала позолота, но тем не менее вещь шикарная по клеймам. Клейма у нас 40-х годов завода «Пролетария». По состоянию предметы разные, и, соответственно, и стоимость тоже разнится. От 1500 за тарелку до 2500, например, блюда. Ну и супник, он без изъянов, без приобретенных дефектов, без сколов, трещин и каких-либо еще недочетов. По стоимости 8000 рублей. В этой части стола у нас представлено просто по одной паре, кобальтовой паре завода ЛФЗ. Есть разные абсолютно вариации. Здесь, например, золотой фриз, серия золотой фриз, но редкая серия именно с цветочками. Цветочки не так часто встречаются. Эта пара, например, уже идет просто цветочки без фриза, да? А эта пара очень интересная, она редко встречается с такой квадратной, треугольной, точнее, ручкой. Это уже рисунок по позолоте у нас одуванчик. И форма такая называется утро. Самая известнейшая и очень яркая пара мальва. Клеймо 50-х годов. Что за клеймо? Вот, наверное, вот здесь будет понятнее. Барановка. Угу. Блюдце у нас уже 70-х годов клеймо, а чашечка именно 50-х годов барановки. Чашечка так и называется мальва. Это ручная работа на красном ярком крытье. Прорисовка ручной работы. Много позолоты, чайные пары очень красивые, объемные. Объем такой пары 500 миллилитров. Стоимостью 2500 рублей за такую пару. Но в зависимости от состояния могу предложить несколько разных пар, и там стоимость будет от 1700 до 2500. Здесь у нас представлено... То есть в люксе 2500? Да, в люксе 2500. И опять-таки от года выпуска. Если это чашка 50-х, то она чуть дороже, соответственно, 70-х будет подешевле. Здесь у нас представлена чайная троечка уже в черном крытье с ручной росписью. Можете обратить внимание, что мазки прорисованы. Чайная пара известнейшего завода Германии «Калла». Это довоенное клеймо «Каллы». А можешь подать кружечку «Мадонны»? «Мадонны», чтобы показать. Мы можем сравнить два одинаковых клейма. Если здесь у нас клеймо уже всем знакомое, то это клеймо на черном крытье было выпущено ранее. Так, это сюда. Итак, чайная троечка от этой мануфактуры по стоимости 1500 рублей. Входит чашечка, блюдце и большая тарелка. Продолжу знакомить вас с чайными парами. Это такая миниатюрная чайная пара. Заметьте, чайная, не кофейная. Объем здесь 200 мл. Очень красивая парочка от Вербилок. Это 50-е годы. Клеймо еще проставляли ДФЗ. Очень красивый сервиз под названием «Золотой венок». Здесь также, помимо деколи, прорисовка, ручная прорисовка. Вот эти вот такие цветочки. Много, конечно, позолоты. Текстурный фарфор и очень-очень тоненький. Он просвечивается, если посмотрим на свет. В общем, такая парочка «Зефирка» по стоимости 1000 рублей. Что я здесь еще рассказывать? Давайте следующие пары посмотрим. Знаменитые тройки от Германии, от Валендорф. Я никуда не спешу. Конкретно вот эта вот тройка именно с деколью. Здесь красное такое темно-терракотовое крытье и много позолоты. Отличная сохранность, красивая очень тройка по стоимости 2800 рублей. А вот следующая тройка тоже от Валендорфа, простите, двойка. Здесь у нас чашечка и блюдце. Но здесь уже кобальтовая подглазурная роспись. Очень красиво, когда рисунок находится внутри чашечки. Вот представьте себе, вы потихоньку попиваете чай, и перед вами обнажается. Да, со временем открывается красивая картина.
Стоимость такой чайной парочки 1700. Так, а здесь у нас представлены экземпляры от румынского завода. К сожалению, такие вещи встречаются редко, а если встречаются, то уже с какими-либо погрешностями. Красивые сухарницы. Это очень красивый тонкий фарфор. Много позолоты, причем позолота нанесена сухой кистью, что делается вручную и очень-очень привлекает внимание. По стоимости румынской сухарницы 1200 рублей, в наличии таких две штучки. Далее предметы встречаются еще реже, и чем ближе мы пойдем, тем реже предметы встречаются. Очень красивая ваза, также ручной работы. Посмотрите, какая здесь фарфоровая лепка. Все элементы на своем месте, нет никаких потерь и утрат. Вазочка достаточно тяжелая за счет литого низа. Вверх, конечно, прорезной, но ваза увесистая. По стоимости такая ваза 5500. Ну и... можно сказать, раритет, уже даже не винтаж, потому что такие вещи встречаются редко и в такой сохранности. Это у нас сухарница, бомбоньерка, как хотите ее называйте. Такая большая-большая шкатулка. Смотрите, какая у нее роскошная крышечка. Из нюансов здесь 99% сохранности. Из нюансов здесь только есть потеря именно на вот этих вот двух элементах. Больше потерь по всей шкатулочке этой нет. Ваза достаточно большая, достаточно огромная и вместительная. Она на трех ножках. Если мы вот так вот возьмем и провернем, и просмотрим всю эту фарфоровую лепку, то она на самом деле действительно в идеальной сохранности. Красивая достаточно вещь. Очень давно видела ее в продаже у одного человека. Румыния? Да, да, это все Румыния. Мы продолжаем смотреть и знакомить вас с Румынией. Вот, но эта вещь вот феноменальная по сравнению со всеми остальными. Вот настолько редко встречается. Знаете, как хочется сказать, сейчас она, кого-то из немцев, сейчас она в продаже помню. Только у меня и Майкла Джексона. По стоимости такая вещь стоит 10 тысяч рублей. Ну, чтобы... давайте еще покажу Румынию и перейдем к следующим моментам. Здесь у нас представлен набор для десертов. Большое блюдо и 6 тарелочек. Прорезной фарфор Румынии, красивая деколь в нежных оттенках. Давайте покажу вам клеймо. Все это Румыния. По стоимости весь набор, а он в идеальной сохранности, 6500 рублей. Ну и дабы продемонстрировать наличие разных предметов, здесь у нас еще представлены авторские вазы Скандинавии. Луговые травы. Обратите внимание, что даже края неровные, текстурные бока у вазы. Ну, в общем, предметы достаточно интересные. Таких вазочек две в наличии и стоимость совсем недорогая. Это стекло 1000 рублей за штуку. Немного бокалов и креманок от Богемии. Обратите внимание, наверняка вы еще не встречали таких этикеток, так как все привыкли от Богемии Чехословакии видеть кругленькие этикетки, а здесь очень даже интересные. Здесь у нас уже бокалы, в данном случае бокалы для крепких напитков, из цветного богемского тонкого стекла с медной прорисовкой, так назовем сейчас ее. Все бокалы этой серии с шариком в позолоте. И редкий дымчатый цвет. Встречаются чаще красные, синие, а здесь у нас дымчатый цвет. Вот такой вот набор. Все 6 штук в прекрасной сохранности. Каждый предмет имеет свою родную этикетку по стоимости 9000 рублей. Ну и еще реже по цвету встречается вот такой вот травяной зеленый цвет. Здесь у нас уже маленькие ликерницы, рюмочки с теми же этикеточками. По дизайну все так же, но уже зеленый цвет у тонкого богемского стекла. Набор таких рюмочек 6 штук без изъянов, 6000 рублей. Угу. Также быстро продемонстрирую несколько разных подсвечников. От маленьких 750 рублей. Здесь вот есть подсвечники индийские, подносные, переносные, удобно для вот одного пальчика. Здесь у нас латунь с перламутром по стоимости 1700 рублей. Следующий переносной подсвечник уже с интересным цветочным и растительным орнаментом внутри по стоимости 1500 рублей.
Далее латунные подсвечники по стоимости 2200, 2000, вот такой стильный и статный. Вот такой красавец, тоже такой высокий, статный, красивый подсвечник, 32 сантиметра высотой, по стоимости 2500 рублей. Еще у нас здесь представлены из металла молочники, причем молочники Кольчугинского завода. Вот чтобы многие понимали, вот знак именно глухаря Кольчугина стали ставить с 1962 года. Соответственно, сами молочники тоже были выпущены после этого времени, около 60-х годов. Есть два молочника по объему 300 мл по стоимости 2500 за штуку. И один молочник поменьше объемом по стоимости 2200. Кстати, такие молочники можно ставить на огонь, подогревать молоко, ведь ручки у них сделаны из карболита, и считается, что карболит, он не нагревается. Вот. Но он немножко, к сожалению, нагревается, но достаточно, чтобы держать в руке горячую ручку. Только это эбонит. Там и карболит, и бакелит. Карболит коричневый, по-моему. И бакелит, и карболит. Друзья, если вы знаете, чем отличается карболит от эбонита и чего еще? Я статью писала бакелита. Про бакелит и карболит. Напишите в комментариях, кто знает, чем отличается бакелит от карболита и от чего? Вы сказали эбонит, да. А я знаю бакелит и карболит. Причем одна часть — это Европа, а все то же самое, только у нас в России называлось уже бакелит. Что-то из них карболит, что-то бакелит. Изначально придумали там, в Германии. Я вот сейчас эбонит специально... Это смесь каучука с серой. Угу. И, кстати, по цвету бакелит, и карболит, и бакелит, они от цвета слоновой кости до черного цвета могут быть. В зависимости от... наполнителя. Да, от того, чего в него туда домешали и намешали. Продолжаем? Продолжаем. Ну, здесь, наверное, подробно очень сильно рассказывать не буду, потому что здесь представлены чайные парочки. Одна единственная кофейня, остальные чайные пары. От части сервизов, которые у нас есть в наличии. Здесь есть и наши заводы советские, например, как «Чайка», «Весенние ночи» сервиз, или ЛФЗ сервиз «Золотой виноград». Что еще здесь из ЛФЗ есть? И вот, например, сервиз «Пионы» знаменитого дизайнера «Блак», автора. И дулевские агашки также присутствуют, ручная роспись. Кроме наших советских заводов, здесь могу представлены и Чехословакия, вот, например, как вот этот вот сервиз Чехословакии. В этой же, по этой же форме есть сервиз Чехословакии по стилю «Мейсинский букет». Если мы говорим о «Мейсинском букете», то «Мейсинский букет» также представлен и на немецком сервизе. От немецкого сервиза по той же форме уже есть другой дизайн — розовые розы. Ну и так далее. Также вот у нас есть редкий сервиз кобальтовый, симфония. Он есть и в чайный полный сервиз, и столовый полный сервиз. Тоже из той серии, когда такие сервизы есть только у меня и Майкла Джексона. Потому что они редко очень встречаются вот в таком вот состоянии и в такой комплектности. Ну и так далее. Здесь сервизов представлено только 20, насколько позволяет подставка. На самом деле сервизов еще больше в наличии. Ну вот можно... расскажи, где тебя искать. Рассказываю. Я Екатерина, владелец магазина «Винтажный мир». Наш магазин находится в городе Краснодаре, улица Суздальская, 9. Вход с улицы Московская, остановка трамвая и маршрутных такси под названием «Гомельская». Приходите к нам, мы работаем со вторника по субботу с 12 до 7 часов.